Раз, раз, раз. Добрый вечер, уважаемые друзья. Верхний зал, нижний, веранда. Прошел еще один год, а точнее 7 лет с того момента, как открылся клуб Высоцкий. Здесь всегда все по-домашнему, поэтому я не буду долго тянуть. И все знают, что сегодня выступает Алексей Кортнев. Кортнев Алексей выступает сегодня. Когда я его спросил, что написать, какая программа будет, он сказал, да напиши, что хочешь. Я написал песни на всякий случай. Ну, отлично. Вот, и обычно принято день рождения заканчивать выносом сладкого. Мы решили сделать это сейчас. Алексей, вы не против? Я пока точно не вынос сладкого. Это десерт. Будьте добры, вынесите нам, пожалуйста, торт. И по доброй традиции мы выносим его под нашу песню с вами. Можно нам песню громко-громко. И торт идет через два этажа, поэтому через всех пройдет тело. Хочется музыки? Нет, если бы сейчас пошла музыка и появился бы торт, то было бы все нормально. Это ушумело тую. Торт идет, музыки нет. Хорошо, тихо, правда? Торт идет? Идет торт. Мы будем просто хлопать, да? Унесем, оставляем вас один на один с Алексеем. Вечер начинается. Доброй ночи. Огромная ответственность и честь первый раз выступать в клубе Высоцкий, потому что, ну, под этим именем вообще петь и приплясывать на сцене – это, ну, достаточно большой вызов. Тем не менее, я постараюсь как-то с этим справиться, поскольку, ну, не на сцене Высоцкого, делал это десятки, даже, наверное, сотни раз, поэтому обопремся на собственный опыт. С вашего позволения, я начну играть какие-то песни собственного сочинения. Кстати, между ними, наверное, затешутся. Или надо говорить, затесаются в этом случае. Затесятся. Ну, неважно. В общем, и какие-то песни другого сочинения, ну, неважно. Об этом я буду честно предупреждать. Ух ты! А, правильно, потому что я же не воткнул ни единого штука. Сейчас я, кстати, сразу с укоризной посмотрел на замечательного моего друга и звукорежиссера Павлика Бабаева, которому прошу отправлять все претензии по поводу звука сразу. Ух ты!
кристальный звук, да, Пашка? Ну, давай попробуем. Итак, музыка австралийского автора сразу, не австралийского, БО, бразильского, извините. Сразу, и, к сожалению, вот за что сразу надо извиниться, не помню его фамилию. Но, тем не менее, давайте попробуем. За что Герасиму добил Муму? Я не пойму, я не пойму, в каком бреду он был, в каком дыму. Ведь не к добру, не по уму, что он за чувства чувствовал внутри, пока она пускала пузыри. Они брели по берегу вдвоем, уже была близка беда. Муму манил прохладный водоем, и вот тогда он привязал к Муме два кирпича, глаза садиста, руки палача. Мама могла бы еще долго жить, растить щенков, гонять гусей. Зачем Герасим стал ее топить в пруду к стыду России всей? С тех пор в любой порядочной семье всегда жива легенда о Муме. Живи, но помни, что однажды в дом тебе судьба войдет с метлой. Тогда скули себе, виляй хвостом. Судьба глуха, как тот немой. Не зарекайтесь, люди, от сумы, сумы тюрьмы и участи Мумы. Ну окей, как пробный шар, вроде бы неплохо. Ну и продолжим. Художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто со спирином. Им хочется немного выкрепленного столового, а можно и ершо, чтоб вздрогнула душа и воспарила. И надо бы выйти к ним в платье простом, поехать на Клязьму, ухнуть под кустом. Но график, у меня есть график, все, что не по графику, нафиг, нафиг, па-па-ра-ра, па-па-ра-ра, нафиг, 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 па-па-ра-ра, па-па-ра-ра, па. Вот девочки красивые, Петровны Новосильны, в окно ко мне летят, и так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня и жестами манят, и так и скачут. И надо бы сделать ответный маневр, десяток другой завалить на ковер. Но график, у меня есть график, а все ж не по графику. Не могу, останься со мной. Ой, попробуй со мной.
Хотя бы вот так. Хотя бы на бегу, 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 бегу по графику с хронометром в руке. Так сел бы в уголке, да там сдох бы, чтоб ангелы господние прикинутые молнии взглянули мне в глаза. А я бы им сказал, так ради бог мы, что как бы готовы раздать все долги и с чистой душою откинуть коньки, но нафиг, идите нафиг и, кстати, заберите свой можно чуть-чуть больше голоса сделай, вот при том же уровне гитары. Спасибо. Чуть-чуть. Так, ну попробуем сыграть что-нибудь лирическое. Я, поскольку обещал предупреждать его об авторстве, музыка Тото Кутуни. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? В шуме дней, как в потоках дождя, сорванным листом кружить. Если б не было тебя, я б выдумал себе любовь. Я твоих не искал бы черты и убеждался вновь и вновь, что это все же не ты. Если б не было тебя, то для кого тогда мне быть? День за днем находить и терять, ждать любви, но не любить. Если б не было тебя, я б шел по миру, как слепой. В гуле сотен чужих голосов узнать пытаясь голос твой и звук твоих шагов. Жил бы твой призрак, любя, призраком твоим любим. Если б не было тебя, я знаю, что не смог бы ждать. Разгадал бы секрет бытия, только чтоб тебя создать и видеть лишь тебя, лишь тебя. Ла-л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 а.
спасибо огромное. Ну, давайте для разнообразия. Сейчас я попробую сыграть песню, которая, в отличие от предыдущей, принадлежит первому не непосредственно несчастного случая, и в отличие, опять же, предыдущая была написана не 30 лет назад, а года 3 назад, и посвящается не прекрасному полу, а наоборот, безобразному. То есть, ну, забавно, что вы так оба поддерживаете это определение, да? То есть, договорились по этому поводу, да? Итак, песня, которая посвящается исключительно мужчинам и, конечно, сегодня мужчинам, которые пришли в клуб Высоцкий на семилетие этого чудного заведения. Итак. Вот так стало лучше, да. Терпи, терпи, душа моя не ты ли, твердила мне, терпи, моя душа. Мне разум мой не дал ни рук, ни крылья, ни сердца, ни мотора, ни шиша. Терпи, терпи, куда же еще терпеть-то? Ничто не мило, ничего не жаль. И голова настырно лезет в петлю, а сердце просит яда или ножа. Тысячу тысяч погибельных бед у жизни имеется асимметричный ответ. И потом если на свете не хочется жить, надо покрепче с друзьями дружить. Вместе с друзьями попейте, бросите думать о смерти. Если себя ты решил погубить, надо сильнее любимых любить. Если любимых полюбишь, точно себя не погубишь. При малейшей возможности быть кем-нибудь надо быть. При малейшей возможности смыть эту муть надо мыть. И не плакать без детских причин, мальчик мой. Ибо слезы мужчин разрушают озоновый слой. Поверьте, на 100 миллионов у жизни имеется асимметричный ответ. Еще раз. Если однажды не сможете пить, надо красивое что-то купить. Если красивое купишь, горечь завязки притупишь. Если жену перестанешь хотеть, надо ее посмешнее одеть. В ластах и каске пожарной станет супруга желанной. При малейшей возможности встать и сказать: говори. Если можно соврать, чтоб беды избежать, сразу ври. И не плачь без особых причин, мальчик мой. И
Ибо слезы мужчин разрушают озоновый слой. При малейшей возможности рюмку поднять, наливай. При возможности другу взаймы не давать, не давай. Не плачь без особых причин, мальчик мой. Ибо слезы мужчин, малыпой, давай Бог с тобой. Которая прилетает быстрее, чем дошли. Как вам удобнее? Ну, давайте попробуем. Вчера была среда, сегодня понедельник. А я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения, а не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго. Под крик гол, под запах полиуретан. И от привычки улыбаться беспрестанно кричает кожа на лице. Собаку чау-чау произнесла довольно внятно вау-вау. Ее проклятую ничто не возмущало. Чернели кляксы на снегу. Мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот супер-овощ манго. И за зеленым солнцем, как орангутаны, по крышам дворники бегут пара. По дебрям магазинов мы натыкаемся на трупы апельсинов, где инквизиторы в халатах и лосинах поют над нами, как соловьи. Поют над нами, как соловьи. Соловьи. Я подарю тебе овощной танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, это рано. Ведет к погибели, а любови. Вспомнить первую строчку. Да ой, то не пчелки слетают на поле лицея.
цистерны. Непоны прихлынули с ревом в пещеру Венеры. Не ветер, как хочет и плачет среди арматур. Да, это юноша вьется над пашней радостным роем. Это уже понятно, то есть пошло какое-то одно за другим. Еще раз. То юноши бьются на пашню радостным роем собраться. То старцы бодрятся, борясь со своим геморроем. Живое стремится разбиться подвое по крови. Собачонкой трется Амур, Амур. Что делает здесь этот мальчик с рогаткой? Он прицелился в сердце мое. Он милый, он милый, он гадкой, он гадкой. Но сердце подземное сладко поет. Это любовь, это точно, это любовь. Ну так конечно. С ядом на правой и левой руке. Рука руку моет, душа душу ищет. Я полон тобою по самое днище. Ведь это любовь, ну так конечно. Лучше. А теперь еще чуть-чуть, и будет вообще зашибись. Спасибо. Я был уверен, что это чистый джин. Но он не держит. Калинка надо. Друзья, сейчас, с вашего позволения, я спою две песни подряд в ми-миноре, чего обычно себе не позволяю. Но тем не менее. Это так называемый, когда мы играем всей группой, это называется протестный блок. У нас есть
четыре песни, в которых посылаются проклятия существующему строю, правительству и так далее. Мы всегда поем подряд, чтобы народ не расстроился, не ушел в перерыв. Поэтому считаю несколько две из них, потому что остальные две не умеют просто играть. Шла Сержа по шоссе с Иваново воском, по серой полосе вдоль городов и сел. Сурала в Туапсе во всей своей красе, в кроссовках и джинсе. Шла Сержа по шоссе. Шла Сержа по шоссе, да по таким местам, где впору окосеть, взглянув по сторонам, заброшены дома, разбиты трактора, как будто здесь война была еще вчера. Шла Саша по шоссе из Углича в Саров, меж воинских частей до заводских цехов, где трудятся в дыму и производят дым, не нужны никому, ни мертвым, ни живым. Шла Саша по шоссе с Донбасса на Кузбасс, через угольный бассейн, где в каменную пасть людей уносит клеть, забоем и кайлам, где добывают смерть с углем напополам. Шла Саша по шоссе сквозь дикие края, где разве что газель проедет раз в три дня. На остановку ждать выходят старый мало, и надо выбежать, до транспорта нема. Шла Саша по шоссе с наказом от родных, с печалями за всех, пока еще живых. Шла к батюшке-царю, к боярам в Белый дом, уставясь на зарю уже почти века. Меж Нижним и Торжком и даже денег дал на пиво с пирожком. Не плачь, моя страна, надейся, мой народ, я верю, что она когда-нибудь дойдет. И всполошится царь, и поверхнется власть, и людям просто в дар земли и денег даст. Взойдет любви заря, и засмеются все. Нельзя же, чтобы зря шла Саша по шоссе. Слишком шумно, чтоб быть людьми. Слишком шумно, чтоб быть людьми. Слишком поздно, чтоб верить в рай. Здесь все часы не звонят, а бьют. Каждый вечер гремит салют в честь салюта, что был вчера. Это странно тебе и мне, мы скучаем по тишине, и особенно по ночам.
ночам, когда генералы не дают мне спать. Хотят видеть меня, чтоб двигать меня, генералы не дают мне спать. Сновидения мои превращая в бои, генералы не дают мне спать. Здесь слишком людно, чтоб где-то жить. Слишком людно, чтоб где-то жить. Все решает квадратный метр. Здесь, в тишине типовых дворцов, расселили кремлевских вдов. Я не против, но где взять мест? Эй, кто это странно тебе и мне? Я хожу от стены к стене. Мы не сможем здесь жить вдвоем, пока генералы не дают мне спать. Хотят видеть меня, чтоб двигать меня, генералы не дают мне спать. Сновидения мои превращая в бои, генералы не дают мне спать. Кто святой, все равно мое место там, там, где играет армейский час, где под корень срезают нас, отправляя букеты вам. Эй, кто мешает тебе и мне? Я хочу умереть во сне и проснуться рядом с тобой. Но генералы не дадут нам спать. Хотят видеть меня, чтоб двигать меня. Генералы не дадут мне спать. Сновидения мои превращая в бои. Генералы не дают мне спать. Я надеюсь, что вы простите меня излишне пафос. Это было написано, когда даже, может быть, больше 20 лет. То есть 23-24 года. Поэтому, ну, очень давно. Сейчас я... позволю себе еще парочку песен сыграть из того периода, таких совсем-совсем древних. Может быть, это будет интересно, потому что вы, скорее всего, не слышите. Бумажный колобок на почвах нашей земли, из окон желтых дымовальных сигарет. И небо как на столб, на желтый дым осело, и вечер под зонтом имеет желтый цвет. Но черно-белых игр несложные законы никак не обойти. Невероятною проходит лейтенант, и ломятся балконы от перегнутых тел, и прорастает вьюн сквозь ежики волос на головах округлых, сквозь россыпи голов и плеши площадей. А дети между тем играют деловито, им детям все равно, их кужин забыт. А мы
со страхом ждем, что в юн уродит семя. Темные вот цветы, сон долгой глубок. Но посмотрите, как не хочет лечь на землю. Спасибо большое, дорогие друзья. Конечно, понятно, что во время выступления в подобных заведениях главное не делать паузы в песне, потому что в любую паузу вторгается такая чудная атмосфера разговора, что не хочется ее дальше нарушать. Но что поделать? Не-не-не, нормально, это на самом деле... У меня был один опыт такой в клубе кино, преснопамятным, наверное, многим здесь известным. Да. Мы закончили выступление на четвертой песне, да. Но я опять же был, ну вот, экстремален, когда было очень смешно. Мы играли, вот в каждой паузе был такой же фон, и на четвертой песне сказал: ребят, давайте мы признаемся друг другу, что мы вам мешаем говорить, а вы нам мешаете петь. И на этом все было закончено. Страшно потом меня благодарил Юра Мороз за это, который был тогда арт-директором вместе с Каратьяном. Позвонил и сказал: старик, как ты прав. Ни хера не изменилось. Нет, не извиняйте, правда. Это абсолютно нормально. На самом деле, просто я еще раз повторяю, я с тех пор стал гораздо старше и понял, что ну, это так же нормально, как, не знаю, дышать или потеть. Да? То есть, ну, неизбежно. Сидишь, дышишь и потеешь. И разговариваешь. Это все входит просто в человеческую природу. Споем дальше. Вопросы любви. Вопросы любви. Многовековая традиция наших взаимоотношений с так называемыми женщинами. Говорят нам о том, что эти взаимоотношения становятся все более тягостными. Строятся, как правило, на половых амбициях, венчаются, как правило, половыми увечьями, бездарными просьбами о каком-то прощении, совершенно гениальными подлостями и гадостями. Что хорошего можно, вообще говоря, сотворить из ребра? Это кости, не более того, не самая лучшая кость. Но я помню себя шестилетним орущим на взрыв посередке двора. Это тот первый случай, когда мне вкусить довелось вопросы любви. Ла-ла-ла-ла. Вопросы любви. Вот обиженный Богом Иосиф прибегает домой, его ждут уже здрасте, пожалуйте. Два архангела курят у самых дверей и под каждым крылом по обрезу. Происходит примерно такой диалог: вы хозяин, хозяин, хозяйка сейчас занята, полчаса-то гуляете. Он гуляет, и только к утру засыпает на шкурах облезлых. А Мария молчит, и за завтраком снова молчит. А чего не молчать-то, когда ей 16, ему 60? И архангелы шмыгают из-под окон, срок идет, молоточек стучит. И уж
душе на усах, его силы, как слезы, висят. Вопросы любви. Вопросы любви. Ты стоишь надо мной, заслоняя собой за окном пламенеющий город. И лежат на плечах твоих волосы твои, как на ветвях разоренные гнезда. По глазам твоим, детка, мне трудно понять, кто я, порох тебе или ворог. И чего надо делать, молиться тебе или гнать тебя, пока не поздно. Так мы ищем в глазах наших женщин, чего нам не надо искать. Отражаясь в их ясных глазах, как в зеркальном лище, так уходит последняя жизнь, последняя жизнь на то, чтоб понять, что, скорее всего, не имеют ответов вообще. Вопросы любви. Вопросы любви. Песен из спектакля. К некоторому количеству. Две. Не будет. Но это тоже в некотором смысле некоторое количество. Первое из Дня радио. Над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет. На виске расчерикалась жилка, все проходит, и это пройдет. Разыгралась в тайге непогода, здесь в июле с погодой беда. Я друзей не видал по полгода, я жены не видал никогда. Из-под снега нарою морожек, отогрею и высосу сок. Тихо сохнет портянка в горошек и палатки добротный кусок. Мы своими не меняем привычки вдалеке от родимых домов. В рюкзаке моем сало и спички и Тургенева 8 домов. Ну а ты, моя нежная Перри, мой надежный страховочный крюк. Через годы снега и метели я тебе эту песню дарю. Пусть мелодия мчится, как птица, пусть расскажет ее перебор, что кладу я на вашу столицу вот такой вот таежный прибор. На доходы кладу и убытки, на фуфлоры театр большой, на Собянина блин с его плиткой и блин с выделенной полосой. На убогие ваши суждения, на бесстыжий столичный бардак, и по-прежнему без исключений я кладу на московский Спартак. Не понять вам, живущим пиндарасом, студентом, жиром красоты настоящего мира, где бродить только нам, мужикам, где не любят слова и ушинки, и похожая на самолет
Сейчас будет песня из следующего спектакля, который называется «День выборов», мы их оба играем. Радио 12 лет, выборам 10. Это жуть какая-то, если честно. Но не важно. Так, на... Итак, друзья мои, сейчас номер акапелла, и я вас уверяю, можно шуметь по-прежнему, потому что это все равно, что петь в душе. Понимаете? Что-то шумит вокруг, а ты поешь и поешь. И даже писаешь иногда с удовольствием при этом. Но от этого меня, я думаю, сейчас избавит судьба моя сценическая. Итак, на... Сказ о битве атамана Парамонова и Басурман Паши на железном заводе в 90-х годах. Я сейчас буду петь за 4 человек, поэтому там будут иногда страшные скачки партии, удивительные. Не обращайте внимания, я просто кроме своего голоса ничего не помню, да, из этой песни. Я там то басом пою, то наоборот. Но представьте просто, что рядом стоят еще 3 казачков. Спасибо. Ой, дело было козаки на той, на Волге, на реке. Всей Европы на виду в 90-м году. По реке, по Волжке приплыл до нас донарочный гонец. Весь на вылет ранитый союзный нам бригадушки боец. Ой, голова повязана, кровищей перемазана. Он коньяк заказывал, чернуху нам рассказывал. Полно вам, казаченьки, сидеть по барам да горилку жрать. С побрядушек местных ойоброк налог мизерный собирать. В соседнем городе, ты слышка, тут творится беспредел. Басурман Паша, то там центральным, слышко, рынком завладел. Ой, молвил, да расслабился, да сей же час приоставился. Полетел, да боженьки, не вынюхав дороженьки. Подымался на ноги тут сам, да Парамона Патаман. С погребов железный хой, да бомбы пулеметы вынимал. Снаряжал на дело 2 десятка, да 12 козачков. Самых яму преданных, да ой, да отмороженных качков. Атаман с урядником над джипескин гурятником. А все его ребятушки на новеньких 9-ушках. Обосрался сам Паша решать, да по понятиям вопрос. Обернулся полозом змеей, да под прилавками пополз. Грянулся о землю со всей дури Парамона Патаман. Полетел он соколом, да побежал он соболем. Ой, змею-хатюку поймал. А козочки от тупору мочили мелкую шушеру. А Парамонов с тем Пашой сошлись в битве на большой. Бились они да на заводе средь мартыновских печей. Кончились все пули в пулемете, битва стала горячей. Ой, как терминатор атаман, железный лом его метал. Оступился Басурман Паша, упал в расплавленный металл. Люба! Козачки! По времени все получили премии, а за разборку правую Парамонов атаман, да войско его покрыты вечной славою. Еще больше мазара, чем сейчас. Слава богу, она сломалась как-то, ну, вдоль, и поэтому мне не было.
Друзья мои, сейчас из времен студенческого театра будет песенка. Мы ее, на самом деле, не сами сочинили, хотя нам часто приписывают, несчастному случаю, авторство этой песни. На самом деле, она была переведена на английский язык в 1954 году. И я, к стыду к своему, начисто забыл. Я помню, что Александр зовут переводчика, а вот фамилия уже Ку-Ку. Не Пушкин, не Пушкин, но Александр, какой-то прекрасный человек. И сейчас я спою эту песню, она была переведена как раз с русского на английский. So now I'm going to sing one item in English, especially for you. It's really old, authentic English song that like a Murka or the cat. Yeah, so just catch it and try to enjoy. Well, how can I begin to tell the story of my Murka, my darling? To tell the frightful story as she slept and died. Now I'll make my mind. Story how this all has happened. Murka was the knight of juice, that's right. And in our district, everybody missed her when she was arrested late at night. Once we went on business, me and Rabinovich, and we dropped a nearest restaurant call. Oh, there she was sitting with Tommy, bloody bastard, and she had a brown and black and small. How do you do, my darling? How do you do, my Murka, and goodbye? Oh, you have solved forever all our Romanina. So that is the reason you should die. Rabinovich fired, but instead of target, it was me, a little was shot. Oh, I was brought to doctor and Rabinovich Pavla quickly took the girl to drink on spot. And my heart is crying, and my heart is crying in the night. Along the dirty park line where the people drink wine, Murka's body is lying still but fine. That's my mama. Английскую тему, я бы с огромным удовольствием сейчас, правда, ну, наверняка вспомню, я почему-то не повторил перед концертом, я на самом деле очень многие вещи повторяю и то забываю слова потом. Ужасно, конечно. Не, потому что когда играешь с группой, мы же все время с бандом играем, там барабаны, фигня всякая, всегда рядом есть кто подскажет, да, Вот. Песня, которую сочинил Максим Леонидов, мой прекрасный друг и даже иногда соавтор, что для меня огромная честь и счастье. Вообще великолепный человек. Он, как все великолепные люди, особенно родом из Питера, глубоко пьющий. Но, в отличие от нас, поверхностных бухарей, он внимательно читает то, что написано на бутылке, потому что он питерский интеллигент. Вот, а там иногда написаны очень интересные вещи. В частности, прочитывая этикетку виски Джонни Уокер и Хинс Ван Свимитон. Не знаю, уж был этот Red Label или Black, или может быть даже Blue or Green. Хрен его знает. Он, собственно, заинтересовался очень вот этой формулировкой. Джонни Уокер and His Sons Limited. Поскольку Максим так же блистательно, как я, владеет английским языком, он по этому поводу написал целую песню, которую я вам сейчас с удовольствием сыграю. В шотландских селениях среди овец живет большая семья. Старик Джонни Уокер, седой отец, его ограниченные сыновья.
Он их учил, как им ткать полотно, как отару загнать в загон, но они усвоили лишь одно, как им гнать из зерна самогон. Красавцу Джонни обидно хоть плачь, но надо же стыд и позор. Уж лучше б один из них был циркач, уж лучше другой был вор, уж лучше бы третий пошел воевать. Малец был с детства горяч, но парни его продолжали гнать и в бочке сливать первач. Кому корова, кому свинья, а кому ограниченные сыновья. На мой взгляд, это шедевр. Она очень короткая. Я могу об этом говорить, потому что не приложу в ней малейшего усилия к ее написанию. Коротко и выразительно. Пошли по улочке, как по ниточке, в город за газетами, за сигаретами, оградились клетками, стали клерками. Аркадий, 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 помнишь, как было хорошо? Аркадий, 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 помнишь, как было весело? Дни проходят быстрее, уходят сладкие, встретимся мы обратно по зеленом садике. По дорожкам каменным понесут нас голеньких, поставят крестики, напишут нолики. Аркадий, 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 помнишь, как было хорошо? Аркадий, 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 Аркадий. Но прежде чем перейти к бравурному финалу выступления, я позволю себе сыграть еще одну, но не настолько похоронную, но тоже не очень веселую песню, потому что я ее крайне редко играю, мы ее ансамблями не исполняем, хотя пытались, но как-то она не легла. Слишком уж она такая бардовского звучания. Посвящается всем вообще пьющим людям. И мертвым людям. О, не получилось. Прошло
сквозь через день, как нож. Теперь беги через ночь, как мышь. Не делал вида, что днем живешь. Так и не надо, что ночью спишь. Закрой на кухне бегучий кран. Достань из мойки пустой стакан. Сотри с него меловой налет. Вложи в него желтоватый лед. И поскорей, вискаря, поскорей, вискаря, поскорей. На-на-на-на-на дня. Ты научился бухать, тихаря, глухаря, тебя уже не греет. Ржавая вода, ржавая вода, ржавая вода. Сидишь на кухне один, как перст. Кругом гулянка на тысячу верст. И чтоб услышать благую весть, таблетки сыплешь в сухую горсть. В колонках булькает Джудас Прист, в руке опавший газетный лист. Какие бабки сулят за смерть, таких не сделаешь за всю жизнь. Казалось бы, но стоит вспомнить, что семьянин, и ты конкретно летишь с респы. Так добивай, коль попутал бес, швырни пустую в окно в кусты. Мы все гордимся тобой с небес, все, кто при жизни бухал, как ты. Так поскорей, вискаря, поскорей, вискаря, поскорей, да-да-да-да-да-да. Ты очень скоро уйдешь втихаря, вглухаря, зато прибудет вечно ржавая вода, ржавая вода, ржавая вода. Все ответ.
ведь я ни в чем не виноват. Вы знали ласки матерей родных, а я не знал, и лишь во сне в моих мечтаниях детских золотых мать иногда являлась мне. О, мама, если бы найти тебя, была б не так горька моя судьба. Танцующие, не парочки, ребята, тебя была б не так горька моя судьба. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне ся, говорила мне встань. Потом, наверное, устала и легла на диван. И был это намек, как шалфей на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты имела в виду? 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 Что ты имела? Еще но мы поехали, купили два каких-то кольца. Игра на рукам, все пили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек, а все ловлю на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты имела в виду? 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 Имела в виду, что ты имела? Сыпал в суд какой-то белый порошок. Странный куст и белый глазами. Ты сказала, какая девочка красавица. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я летаю в Англии, ты все там на земле. Что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Ну ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за котел. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивала у Дашки, все отводят глаза. Не хоть ангелы, конечно, но оттуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты имела в виду. Блин, все-таки искусство страшная сила, особенно в таком ты. Редко, когда эта песня исполняется. Потому что когда ты один, и тебя не сдерживают все остальные, да? Ну просто в полтора раза быстрее, да, все улетает. Сразу голова, как Афродита из пены пивной. Он каждое утро рождается вновь. Какой ужасный дым, какой ужасный чад. Его матери стареют, его чада кричат. Он сидит на крыше теплой, как будто хлеба, ковыряя указательным пальцем небо. Снег идет из дырки небеса. Через дырку ему видно чьи-то белые глаза. Он не ест, не спит, он слышит голоса.
Ощущение, что за потолком, за лазурью, за лазурью, за небесным огнем, кто-то постоянно шепчется о нем. Воу-воу, воу-воу-воу, ла-ла-ла, воу-воу-воу, ла-ла-ла. Ибо что такое мир, когда не пир во имя любви? Начал думать о том, что забуду гармонию, тут же ее забыл. Молодец. Его деньги крошатся, как черствый хлеб. Но этих подарков затрипанных кей еще хватает на книге и на портвейн. Какой ужасный дым, какой ужасный чат. Вчера он видел во сне восьмерых волчат, и по некоторым признакам вычислил в них восьмерых нерожденных детей своих. Снег идет без дымки небеса, все волчата закрывают свои серые глаза. Нам пора уснуть на трижды три часа. Может быть, в какой-нибудь далекой стране, на ветреной Венере или на полной Луне, кто-то также спит и видит нас во сне. Вау-вау-вау, ла-ла-ла, вау-вау-вау, ла-ла-ла. Ибо что такое мир, когда не пир во имя любви? Сел и поехал.
белки, как белки, навстречу летят с ветки на ветку. Люди и звери подходят к путям, бросим монетку. Полка, футболка, вагон, ресторан, карты, потеха. Вышел на станции, хлопнул стакан, сел и поехал. Сел и поехал. Сел и поехал. Пересек ты свой божий мирок, жился, пригрелся. Так и доехал до райских ворот, кончились рельсы. Вышел, размялся, спросил сигарет, просто для смеха. Взял на перроне обратный билет. Сел и поехал. Ля-ля-ля-ля-ля. Сел и поехал. Ля-ля-ля-ля-ля. Сел и поехал. Написано на бумажке, но исчерпано. Это 19 номеров, между прочим. Не шиш собачьи, да? Согласитесь. Прекрасное, простое число. Давайте. Я, к сожалению, не умею играть на гитаре. Братцы, простите, поговорим. Нет, на самом деле есть N песен, которые мне очень нравятся, но я не умею, потому что там на гитаре играть нечего. Там в основном это цу-цу-цу-цу-цу. А гармоника. Я реально не освоил ее, потому что там же кроме этого есть еще какие-то аккорды, но такие же несложные. Давайте еще что-нибудь. Я знаю точно вот песню, которая прекрасно зовет. А, причем, Андрюха, с твоим Аркадием еще и не 19, а 20. А это уже вообще... 21 счастливая цифра! Согласен. В таком, ну вот, аналогичная фигня. Там нет гармонии, понимаете? Там кроме... Давайте я спою. Правда, друзья мои, извините, я, наверное, уже не смогу выполнить те просьбы, которыми меня буквально сейчас закидали, целых три. И все три мимо. Баланс явно такой минорный. Я сыграю прямо свою и спою самую-самую любимую песню. Это действительно так, самая любимая песня на русском языке. Мне кажется, что это какое-то волшебство, то, как это было написано. Двумя великими людьми, слава богу, оба живы. Дай бог им здоровья. И это, мне кажется, великолепное завершение для любого концерта. Что большого кремлевского, что малого высоцкого. Давайте негромко, давайте полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Нелепо, бессмысленно, ах, как бы начало вернуть. Начало вернуть невозможно, немыслимо, и даже не думай забыть. Займемся обедом, займемся нарядами, заполним заботами быть. Так легче, не так ли, так просто.
проще, не правда ли, не правда ли, меньше болит. Не будем хитрить и судьбу заговаривать, ей-богу, не стоит труда. Да-да, господа, не обойся никогда не будь, а больше уже никогда. Ах, как это мило, очень хорошо плыло и уплыло, было и прошло. Спасибо. Для меня это правда великая честь выступить на этой сцене на фоне этого росчерка. Спасибо огромное. Надеюсь, что не последний раз увидимся на концерте. Продолжение всего гитарный дуэт 6 на 4. Доброй вам ночи. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
конечно, ей позвонить, я думал, что мы с этими шведами проведем еще вечер, она дома. Она говорила, что... Thank you.